На их груди фотографии действующего президента страны и хэштег «Потому что Путин». В день регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты России группа активистов из Чувашии заявила о создании нового движения в его поддержку. Подошел к концу один из этапов избирательной кампании – сбор подписей. Центр избирком завершил выборочную проверку представленных листов. По ее итогам кандидатом зарегистрирован действующий глава государства Владимир Путин. Также успешно прошли проверку подписей пятеро выдвиженцев от непарламентских партий – Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Ксения Собчак. Это означает, что для их официальной регистрации кандидатами в президенты объективных препятствий не осталось. Дело за Центральной избирательной комиссией. Штаб Владимира Путина раньше других сдал необходимое количество подписных листов. Поэтому и решение о регистрации принято быстрее. Ранее были зарегистрированы выдвиженцы от парламентских партий. Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин КПРФ. Им не требовалось собирать подписи в свою поддержку. На данный момент на главный пост в стране претендует 8 человек. Кстати, именно в день своей регистрации Владимир Путин обзавелся новой командой поддержки из Чувашии. Организаторы движения представляют различные молодежные и общественные организации республики. Кто-то волонтер, кто-то имеет большой опыт работы в общественных объединениях. Почему я хочу пойти на выборы? Потому что я хочу выразить свою активную гражданскую позицию. И я считаю, то, что каждый человек, каждый гражданин Российской Федерации должен выразить свою позицию и не оставаться в стороне. Каждый из нас поддерживает данного кандидата, потому что это сильный кандидат, а сильной России нужен сильный президент. Ну и поэтому мы решили создать вот такое вот движение для того, чтобы вовлекать нашу молодежь Чувашии, у кого такая же активная жизненная позиция, кто также активно поддерживает нашу кандидатуру, чтобы совместно выходить в образовательные организации, в школы, говорить ребятам, рассказывать о том, что зачем, во-первых, нужно идти на выборы, и кто такой Владимир Владимирович Путин именно с нашей точки зрения. Участник движения Семен Семенов в этом году голосует впервые. Уверен, что отдать свой голос за Путина почетно. Я думаю, что это самый достойный кандидат из всех, кто, в принципе, может быть, потому что нам оказывается буквально каждому школьнику поддержка, и то есть появляется множество возможностей согласно созданию российского движения школьников. Уже сегодня в социальной сети ВКонтакте у этого движения появилась своя группа.